Председатель организации «Нижегородский пограничник» Андрей Петров голосует очно на участке в школе-интернате номер 71, это Сормовский район. В том числе, чтобы лично проверить, соблюдаются ли на участках все необходимые нормы безопасности. Хотелось самому попробовать и увидеть, как это все, как обстоят дела, во-первых, с безопасностью, потому что у меня ветераны спрашивали меня об этом. Я сегодня убедился, что голосование абсолютно безопасно. Выдают маску, выдают перчатки, выдают ручку. Все происходит дистанционно. Все, никакой толпы, никаких очередей на участке я не увидел. Екатерина Васильева, «Время новостей».